Славянский район – один из самых спортивных в Краснодарском крае и на юге России. Его не случайно называют территорией спорта. Здесь много различных спортивных сооружений, причем их число все время увеличивается. Для жителей сельского поселения Голубая Нива радостным событием стало торжественное открытие спортивной площадки на территории 10-й школы. Здоровый образ жизни – это не просто какое-то модное веяние. Он становится насущной необходимостью для все большего количества горожан и селян. Интерес к занятиям физической культурой и спортом в сельском поселении Голубая Нива большой. И он, конечно же, поддерживается властями. Самое убедительное тому свидетельство – строительство спортивной площадки, которая отвечает самым современным требованиям. Перерезание красной ленты – наиболее торжественный момент открытия. Это событие, пришедшие на открытие, встретили горячими аплодисментами. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно приветствовал всех собравшихся. И мне приятно, что Славянский район – лидер по развитию спорта. Мы в 2018 году заняли первое место в крае среди 44 муниципальных образований по комплексной оценке спортивных достижений. В городе сегодня спорта много, предостаточно. Мы приняли решение с коллегами именно сосредоточиться на развитии спорта в наших сельских поселениях. Проанализировав ситуацию, мы приняли решение, что здесь должна обязательно появиться спортивная площадка. И вот не прошло, наверное, и полгода, как мы сегодня с вами ее открываем. Глава района подарил ребятам набор мячей. Учащиеся в честь своих будущих спортивных достижений и побед на соревнованиях дали клятву, в которой они пообещали достойно бороться на состязаниях и уважать своих соперников. Также они прочитали стихи и спели песню для гостей торжественного мероприятия. Да здравствуют сетки, мячи и ракетки, зеленое поле и солнечный свет. Да здравствует отдых, борьба и походы. Да здравствует радость спортивных побед. Россия, мы дети твои. Площадка была построена быстро и качественно благодаря тесному взаимодействию всех заинтересованных служб. Для учащихся 10-й школы теперь появились новые серьезные возможности для физического развития, и это их очень радует. Мы, 11-классники, хоть уже и уходим, заканчиваем школу, мы все равно очень рады, потому что подрастающее поколение будет больше заниматься спортом, развиваться, достигать каких-то успехов, и наше имя нашей школы будет звучать на каких-то больших соревнованиях. Я думаю, с появлением этой площадки у людей, наверное, появится больше стимула заниматься спортом, потому что спорт – это очень важно для нашей жизни, особенно сейчас. На площадке будет вскоре настелено удобное современное покрытие. Она разделена на две зоны – игровую для проведения соревнований по футболу, волейболу и баскетболу, и физкультурную, где расположены перекладины и тренажеры. Здесь смогут заниматься не только учащиеся, но и все жители Голубой Нивы, для которых важны физкультура и спорт. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».